Худшая. Страшила. Девочки. Что вы задумали? Это будет весело. Вампиры. Помоги мне, помоги. Фух, еще зубы. Еще одна. Стойте! Она тоже вампир. Ладно, погнали. Ты что, новенькая? Угу. Ладно, пойдем. А, миленько. Это еще кто? Это... Кайли, ты чего? Что-то я проголодалась. Ешь, 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 ешь. Кайли, мы не едим новеньких. Тем более вампиров. Лучше покажи ее шкафчик. Ах да, и не опаздывайте! Вот твой шкафчик. Дорогая, не обижайся. Угу. Ну, пожалуйста. Стелле своей это все подари. Упс. Ну, а теперь мы можем начать урок? Хватит! Итак, кто хочет быть первым? Лучше не сопротивляйся! Я не готова! Не бойся! Я скоро вернусь, продолжайте. Пахнешь русалкой. Я вампирша, тебе показалось. Сейчас будет весело. Ты будешь делать все, что я тебе скажу. А теперь ты хочешь высыпать на себя мусорное ведро. Тебе не смешно, Лэй? Кайли, это круто! Стелла! Я была под гипнозом! Остаешься после уроков! Это еще не конец. Извините, я сейчас все исправлю. Хватит. Ой. Я уверена. Она русалка. Ага, с клыками. Русалка в вампирской школе. Я вам всем это докажу. Стелла! Да-да. Ты в порядке? Да. Стелла. Вот тебе. О, нет. Тебе конец. Мисс Кэндис, у нас в школе русалка. Где? Вот. Она была тут.
Здесь никого нет. Но вы же видели, что Стелла русалка. Мы видели... Как ты вылила на нее воду и все. Себастьян, мне срочно нужна помощь. Что? Вот ты где? Смотрите. Что? Королева школы себя не должна так вести. Извините, мне пора. Тебе конец! Стелла, а где остальные? Сегодня вас ждет настоящий вампирский тест! А кто не справится, того мы съедим! Шучу! Тот получит эту медаль. Надеюсь, я справлюсь. Спокойно. Не справится только Стелла. Вы должны мне принести баночку крови. Оттуда. Марш. Что же делать? А кто-то видел Стелло? Ну вот мы от нее и избавились. Отлично! Может, сдашься? Я умираю! Она меня убила! Упс! Разойдитесь все! У меня уже все прошло! Ладно, можете быть свободны! Вы обе здесь? Отлично! Посидите и подумайте над своим поведением! А может, вы останетесь? Ха-ха-ха! Нет! Вот мы и остались одни! Я забыла телефон. Ребята, помогите мне. Спасибо, ребята. Тебе от меня не спрятаться. Может, мир? Ты отобрала у меня все самое дорогое. Королева школы себя не должна так вести. Поэтому я тебя съем. Что за шум? Кайли, быстро ко мне в кабинет. Ей не место, она не вампир. Стелла, ты можешь быть свободна. Нам будет непросто в этой школе. Эй, Скумбрия! Теперь тебе никто не поможет. Клыки? У нее они действительно выросли? Да даже если она вампирша, все равно в мусорку ее. Тут кое-чего не хватает. Упс. О, нет, мне нельзя было показывать магию.
Что это было? Не знаю, но ей точно конец. Ой-ой-ой-ой-ой. Больно. А где Стелла? Она опять улизнула. Нужно подготовить план. Точно? Фух, пронесло. Нам нужно придумать план, как избавиться от этой селедки. Да ей постоянно все сходит с рук. Нам нужно доказать мистеру Бобу, что она русалка. У меня есть план. Слушайте. Нам нужна удочка с приманкой. Когда Стелла зайдет в класс, она не сможет устоять перед ней. Теперь сетка и добавим воды. Зовем мистера Боба. Он увидит русалку и подаст ее нам на обеденный стол. Гениальный план. Приступим. Это все они? А теперь быстро! Что тут происходит? Все трое, быстро в мой кабинет! Мне никогда не подружиться с ребятами. Может быть, нужно еще попробовать? Но как? Выходи, или мы сами зайдем. Да. Нужно спасаться. Это должно их остановить. Фух, не получается. А если... Фух, вроде они успокоились. Ха, ку-ку. А вот и мы. Попробуем так. Нужно объединить силы. Слушайте. Ну что, теперь бежать некуда? А это мы съедим первым. Нет! Я думаю, вам надо остыть. Да, рыбка? Спасибо, рыбка. Фу! Надо срочно нажаловаться мистеру Бобу. Ага. Стелла, расскажи, что случилось? Да это все они, мне приходилось защищаться. А ты пробовала с ними подружиться, а? Конечно. Но они не хотят. Дай угадаю. Может быть, потому что ты не такая, как все? Я знаю, что ты русалка. Только не ешьте меня. Не переживай. Я хочу тебе помочь. Отойди от меня. Я хочу помочь тебе. Ауч, больно. Упс. Я не буду тебя есть. Я помогу тебе подружиться с ребятами. Смотри, тебе просто нужно узнать этих ребят получше. Это Дарси. Она всегда переживает, когда у нее что-то не получается. А потом она еще больше злится от этого. О, я знаю, как ей помочь. Привет, Дарси. Попробуй примерить вот это. Вау, как круто. Спасибо. О, а это Алекса. Она очень неуклюжая и постоянно что-то ломает. Ну вот, снова не повезло. А, привет. А можно я тебе помогу? Спасибо, Стелла. А это Том. Он постоянно ковыряется в носу. Бэ. Просто он любит желейных мишек, но родители запрещают ему сладости. А, привет, у меня кое-что есть для тебя. Вау, спасибо! Я так их люблю! Самое главное – это дружба! Стелла, мы тут хотели тебе кое-что сказать. Прости нас, ты очень хорошая. Даже несмотря на то, что ты русалка. Спасибо, ребята! И еще подарок от нас. Вау! Спасибо, ребята, вы крутые!
Мам, пап, я подружилась с вампирами! А, пап, ты в кабинете? Пап! Это я, Стелла? А, ну да. Видимо, мне надо отдохнуть. Пап, можно в кино сходить? Только возьми сестру с собой. Я готова. А ты как здесь оказалась? Я зашла сразу за тобой. Но нет, она мне будет только мешать. Или с сестрой, или никак. Но мы не успеем, тем более она в пижаме. Секунду. Ладно, пойду переоденусь. Надеюсь, мы опоздаем. Эти дети. Добро пожаловать. Спасибо. А это кто? Да так, никто. Ее сестра. Правда? Ты? Все, пошли. Добрый день. Вы проходите, а ты не проходишь. Yes! А почему я нет? Прости, но билетов больше нет. Ага, не повезло. Но мы тебе все расскажем. Пойдем, неудачница. Но ничего, здесь мне тоже будет чем заняться. Совсем не страшно. Монстр! Где? Вот она! Девочки, вы тут? Монстр, спасайтесь! Вы чего? Это моя сестра. Ладно, пойдем отсюда. Здесь слишком шумно. Что здесь произошло? Это ты сделала? Нет, я просто сидела. Ладно, пойдем поедим мороженое. Ура, пойдем! Это очень странно. Вкуснятина. Согласна. А ты чего не ешь? Да я не люблю мороженое. Вот и отлично, нам больше достанется. Какой запах! Я сейчас... И мне одно возьми. И мне... Жесть! Новая кофта. Дай помогу. А, теперь хорошо. А где мороженое? А, мороженое? Может, мяч поиграем? Как отличить обычного человека от вампира? Вампиры любят красный цвет. Вау! Ну и, конечно же, у вампиров имеются клыки. Улыбнись! А теперь я... Не может быть! А также они обожают кровь. Будешь? Она точно вампир! Если вам нужна помощь, звоните. А что ты делаешь? Ничего. Хочешь? Мама! Странная реакция на вишневый сок. А, вампир! Кажется, у меня проблемы. Мама, вы удочерили вампиршу. Дорогая, это очередная игра? Не подходи. Я сейчас все докажу. Вот, смотрите. Дочь, я ничего не вижу. Ладно, что вы скажете на это? Вау. Тебе конец. А где такие можно сделать? Круто выглядит. Осторожно, она опасна. Посмотрите, что она пьет. Просто вишневый сок? Ага, конечно. Дай сюда. Прекратите скандал. Хватит. Вишня! Стелла, ты наказана. Ну и хорошо. Милая, не обижайся на сестру. Все в порядке. Пойду догоню ее. Что? Забыла. Вы ничего не помните. Мы ничего не помним. Как мне надоело притворяться. Теперь ты меня не достанешь. Попробуй достань меня. Как? Это сахар. Давай поговорим. Нет, уходи, я буду кричать. Ну, пожалуйста. Я просто хотела подружиться. Вот, вот. А я знала то, что она вампир. Я говорил, звони быстрее. Точно, мне нужен охотник на вампиров. Была сестра и нет сестры. Ну и где он?
Интересно, что у нее там? Вау! Вампиреныш, ты где? Я тут, вылезай! Помогите! А ты думаешь, я так глуп? Ну я не так прост. Подождите, это я вас вызывала. У меня сестра вампир. Врешь, вампирчик. Ха, теперь ты мой. Подождите, здесь какая-то ошибка. Нет, нет! Я принесла нам пиццу. Надеюсь, мы можем поговорить. Стелла, а ты где? Охотник? Только не это! Сестра, я спасу тебя! А как тебе такое, вампир, а? Чеснок! Обожаю! Ладно! А как тебе такое? Можете не закрывать. Не люблю темноту. О, какой ты сильный вампир. Но ничего, и не таких раскалывали. Не то. Не это. Что это вообще такое? Кира? Шш. Пора спасти тебя, сестричка. Подержи. О! Ха-ха! Нашел! А это что такое? Сестра дала. Какая еще сестра? Вампир! Ты нажмешь на рычаг? Да не, у меня руки заняты. У меня тоже. Выпустите меня! Вам конец? Нет! Точно! Ты спасла меня? Конечно! Мы же сестры! Все, кусай меня! Я тоже хочу быть вампиром, как и ты! А что ты сделала? Ничего, тебе не нужно быть вампиром. Но почему? Я все решила. Мне будет тебя не хватать. Но я должна жить с вампирами. Забудь меня. Это я тоже все уберу. Прощай, сестричка. Надеюсь, мы еще увидимся. Что-то мне хочется спать. Ну все, уже 5 утра, пора вставать. Комната сама себя не уберет. Стелла, от уборки не спрячешься. Вставай, а то все проспишь. Ну, мам, ну сегодня же суббота. Можно еще поспать, пожалуйста? Вот именно, суббота, день генеральной уборки. Ненавижу субботу. Ну, раз ты уже встал, приступай. Комната должна сиять. Нет! Уборка. Надеюсь, моя мама богатая. Да. И у нас будет куча прислуги. И они будут делать всю работу за нас. Да. Да. Мам? Мам? Мама, давай сходим на шопинг. А, солнышко, ты хочешь на шопинг? Вот тебе деньги. Надеюсь, ты хорошо проведешь время. Ну, я хотела с тобой. Стелла, я занята. Я вам еще раз говорю, эти акции необходимо скупить. Да-да, верно. А, секундочку. Слушаю вас. Да, все верно. Договор заключаем. Да, верно. Я помню, документы в понедельник должны быть готовы. Конечно, я помню, как это должно выглядеть. Конечно, да, я все запишу. Подождите секундочку. Послушайте меня внимательно. Я помню, что я должна... Итак, продолжим. Да, я помню. Покажу маме. Слушаю, Кэтрин.
Посмотри, я нарисовала рисунок. Да-да, записала. Но это же мой рисунок. Вот, возьми за него. Богатство жестокое. Надеюсь, моя мама будет уделять мне внимание и заботиться обо мне. Ты уверена, что хочешь идти? Я просто переживаю. Мам, это всего лишь ночевка у Эбби. Ладно, но только оденься потеплее. Так я уже одета. И на улице тепло. Не спорь, а вдруг там ветер, и ты заболеешь? Надень куртку, и шапку, и шарф. Мам, ну это же зимние вещи, а на улице уже не зима. Так, много ты знаешь, сейчас вообще никуда не пойдешь. Ладно. И зонт возьми. Привет, Стелла. Привет. Ты что, с Северного полюса пришла? Нет, из соседнего дома. Ладно, пойдем. Да, уж забавные обезьянки. Да. Ой, что-то уже и кушать хочется. Давай закажем что-нибудь. Точно. Может, пиццу закажем? Давай вот эту. Пицца. Сейчас приготовлю. Тише, тише, это я. Мама, мисс Кэндис, что вы тут делаете? Я подумала, что вы проголодались, и решила принести вам домашнюю пиццу. Бесплатная пицца? Мне нравится. Эбби, кушай на здоровье. Мам, мы бы и сами справились. Можешь идти. Как вкусно. Но если что-нибудь будет нужно, зовите. Мисс Кэндис, у нас есть дверь. Спасибо, Эбби. Но мне так удобней. Пока. Прости за это. Да, она у тебя странная. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Эбби. Скоро мама придет. И еще одна. Ах, вот ты где. Чисто. Стелла, бери все, что блестит. Мам, не идет? Стелла, сейчас не время. Бери деньги и сматываемся. Ага. Столько хватит? Хватит. Уходим. Всем оставаться на своих местах. Попались. Вы арестованы. Нет, это уж слишком. Никаких татуировок и преступностей. 149. Давай. 150. 151. Мам, я больше не могу. Мам, я устала. Отставить разговоры. Да, до рекорда еще далеко. Но ладно. Наконец-то можно поесть.
Это что, бургер, Стелла? Бургеры запрещены. Приятного аппетита. Ну, мама. Никакой мамы. Ешь. Какая гадость. Так, время обеда окончено. Продолжаем тренировку. Итак, переходим к отжиманиям. Нет. Ты права. Отжимание слишком легко. Добавим утяжеление. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Ненавижу этот спорт. Представляешь, скоро придет наша мама. Это так волнительно. Это она. Стелла, знакомься, это мисс Кэндис, твоя новая мама. Привет. Здравствуй, Стелла. Я твоя новая мама. Ладно, вы пока знакомьтесь, а я пойду оформлю документы. Ты такая красивая. У меня самая красивая мама. Так мило. А у меня самая красивая дочка. А у меня есть для тебя сюрприз. Сейчас все узнаешь. Пойдем? Подожди. Вау! Это круче всех моих ожиданий! Мы приехали! Лето, солнце, пляж! А давайте на перегонки. Кто последний, тот вареная курица. Стоять! А вещи кто будет нести? А у меня все с собой. Ага. А мне вообще ничего не надо. А мне надо. Я вас сюда привезла? Привезла! Вещи в машину загрузила? Загрузила. А выгружать кто будет? Правильно, Лэй. А почему сразу Лэй? Ха, а ты хочешь, чтобы три миниатюрных, хрупких, очень хрупких девушки сами все несли? Да ладно, я и сам хотел предложить. Отлично, багажник там. Ну что, может, теперь на перегонки? Можно не спешить, проигравший у нас уже есть. Подождите меня! Мне вообще не тяжело! Может, ему помочь? Нет! Девочки, вы тут? Горячо! Это не песок, это лава! Мне вас нести! Я хочу на море! Без паники! У меня есть идея! За мной! Ой, кажется, вещи заканчиваются. А что дальше? Есть еще вещи. Нет, наши вещи все закончились. А может, есть что-то в кармане? Мы же в купальниках. Точно, купальники. А вот твоя рубашка подойдет. Снимай. Ага. А мне в чем быть? А кто в море в рубашке купается? Никого. Ага. Снимай. Я и сам хотел предложить. Кавабанга! Да, да, продавай. И скинь меня на почту договор. Подожди, у меня вторая линия. Где я? В офисе. Все правильно, офис на море. Все, не отвлекай.
Так-то лучше. Это не тот договор. А, вот ты где. Отлично. Аккуратнее, здесь вообще-то люди работают. Все, с меня хватит. Увольняем половину персонала, увеличиваем прибыль на 30%. Эй, мужчина, вообще-то это наше место. Это у вас что, телевизор? Большой телефон. Ха! А давайте я арендую у вас ваше место, скажем, $100 в час. Но берите. Это и так много за ущербный зонтик и дырявое полотенце. Ущербный зонтик? Дырявое полотенце? Вы об этом еще пожалеете. Я директор крупной фирмы. Что-что? Директор пляжа? Лови. Я буду жаловаться. Фу, еле убежал. Уже 3 часа, а у меня ничего не готово. Да и под открытым солнцем ничего не видно. Девочка, отдай лопатку на минутку. $100. Сколько? С ведерком 150. А ты не пропадешь. Но здесь только 100. Тебе хватит. Папа! Так, ладно, вот еще держи. Ну вот, еще $100, и план на сегодня выполнен. Алло, миссис Дженкинс, здравствуйте. Я готов обсудить наше сотрудничество. Были временные трудности, но... Что такое? А где шнур от зарядки? Эй! $100. Это грабеж! Папа! Вижу цель. Начинаю операцию. Пора выдвигаться. Малышка, настало твое время. Ауч! Ауч! Это мое! Мама! Это не будет лишним. Вижу цель. Веселье скоро закончится. Я уже рядом. А вы не могли бы встать с моего песочного замка? Будешь знать, как мешать моей миссии. Да где же она? Показалось. Твое последнее слово. Кэндис, мы больше не играем в водную битву. А кто сказал, что это игра? Хватит, я только вытерлась! Сухим от меня еще никто не уходил. Хорошо. Ты победила. Довольна? Я с тобой играть больше не буду! Не шевелись и брось пушку. А теперь медленно и без резких движений верни мне мои тапки и ведерко. И что теперь? Ты меня отпустишь? Да, но не сухой. Ха-ха! И кто теперь тут победитель?
Мам, кушать? Иду! Главное быть внимательным и ничего не пропустить. Ага! А, не показалось. Ух ты, я внимательно за всем смотрю. Так классно! Да! В смысле, нет! Держитесь, спасатель уже на подходе! А, забыл! Уже бегу! Спасатель, это не работа, это призвание! Держитесь, я вас спасу! Спасатель, это не работа, это призвание! Зачем вы это сделали? Я же не тонула! Не стоит благодарности. В смысле? Я видел, вы барахтались, как котенок в воде. Запомни, не умеешь плавать, не лезь в воду. Но я умею! Я все сказал. Если хотите купаться, вам нужно получить допуск. Какой еще допуск? Сдать экзамен по плаванию, и я разрешу вам купаться. Ладно, давайте ваш экзамен. 100 кругов для укрепления рук. 100 кругов для укрепления ног. И 100 кругов вокруг пляжа, и 1 кола. А кола зачем? Я люблю колу. Отлично. Финальная часть пройдет в воде. У меня есть допуск? Сюда есть. Туда нет. Но там же дети плавают. Не веришь, что там опасно? Сейчас покажу. Вот тут очень опасно. Спасите, помогите! Вызовите спасателей! Отлично! Вы прошли экзамен. Теперь можете плавать. А вы нет. Что? Вы чуть не утонули, а я вас спасла. Тонул. Это я вас проверял. Спасатель, это не работа. Это призвание. Так, скорость ветра 2 метра в секунду. Отлично, 24 градуса. Загар – дело тонкое, и в этом я профи. Время пошло. С классикой все. Теперь фигурное. А теперь техника люкс. Что происходит? Что она делает? Вы что, не видите? Загораю. Сейчас я и вас научу. Упор лежа принять. Позу фараона принять. Олимпиада 2024. Победитель уже близко. Победитель – это я! Соперники называют меня вампир, потому что на серебро у меня аллергия. Только золото. Опять победа! У каждой тренировки должен быть стимул! Эй, вор! Отдай круг! Знаете, как я называю этот костюм? Чехол для безупречного тела. Ну что ж, не все могут стоять рядом с совершенством.
Ого, я тоже могу задерживать дыхание. Аж на 30 минут. Ты что делаешь? Я же мог задохнуться. Ты вообще знаешь, кто я? Я будущий олимпийский чемпион. А я королева Англии. Прошу прощения, не признал. Сама королева Англии поддерживает меня. Спасибо всем. Я шел к этому всю жизнь. Точнее, плыл. Спасибо всем, кто верил в меня. Эта победа ваша победа. Ага, молодец. Ты когда нам круг отдашь? Иди сюда, клоун, верни мою шапочку. Только не медалью. Мелисса, помоги мне. Пофоткай, хочу красивые фоточки. Хорошо, но потом ты меня пофоткаешь. Угу. Угу. Давай, Заюш, животик втяни. Угу, ножку-ножку вытяни. Красоточка. Так, вот так. Готово. Покажи. Ну, хороша. Меня сфоткаешь? Да, конечно. Сейчас я расчешусь и еще пару фоточек. Хорошо. Вау, вот это ты расчесалась. Я решила сменить образ. Как тебе мои сережки? Ну, хороша, хороша. Давай фоткаться. Вот так. Угу. Покажи. А, нужно что-то поменять. Сейчас. Ну, как тебе? Легкая такая. Воздушная. Ну что, начнем? Покружись. Угу. Молодец. Еще покружилась. Ага, да, улыбнулась. Так, поцелуйчик, поцелуйчик мне. Муа. Все, все, теперь моя очередь. Мелисса, еще пару фоточек в купальнике, и потом сразу ты. Кэндис! Милая, не морщи лобик. Морщинки будут. Хорошо. Фоткаемся. Ой, телефон сел. Ничего, у меня еще есть. Нет! Девчонки, а может поиграем? Нет. Да чего вы? У меня есть мяч. Смотрите, как можно им набивать. Аккуратней! Это какая-то опасная игра. Мы в такое не играем. Ладно, есть фрисби. Все играют во фрисби на пляже. Да, мы видим. Сплошные тарелки летают. Ты не перегрелся? Может, водички? Какие вы скучные. Может, догонялки? В море. Ты догоняешь. Еще раз так сделаешь, я тебя в этом море... Понял, понял. Тогда я тут с вами посижу. Погода просто класс. А может, в прятки поиграем? Нет. А давайте построим что-нибудь из песка. Лопатка у меня есть. Мы не хотим. Жаль. Жаль, конечно. Замок из песка — это круто. Может, построим? Нет. Зачем так кричать? Нет, так нет. Лей, мы передумали. Давай. Строить замок? Ну, почти. Песка будет точно много. Ура! А это не сильно жестко? Мы его чуть-чуть в песке закопаем, и все. А может, и не чуть-чуть. Идем. Так, ты набери воды, ты выкопай яму, а ты собери камушки. У нас есть идея получше. Ложись. А замок? Ложись! А теперь можно и во фрисби. А может, замок построим? Давайте! Как же я?
Готово, держи. Не, мне не надо, держи. Этого мне точно не хватит. А вот этого должно хватить. О-о-о-о! Вот увидите, я быстро. Просто не хочу обгореть. Ага. Или не быстро. Ну что, начнем? Оп! Вода супер! Давай к нам! Я уже почти готова! Я готова, бегу к вам! Еще спина! И что делать? Ребят, может кто-то поможет мне? Смотри, как я могу! А я могу ходить по воде, смотри! Ноги вот! Как это? Весело им, не слышат меня! Надо заканчивать с этим. Оп! Оп! Видел привидение? Больше на робота похоже. Земляне, я пришел с миром. Смешно вам? Ну, держитесь. А роботы воды не боятся? Кажется, у робота вся краска слезла. Опять все заново! Наконец-то океан! Ай, холодное! Надо потихоньку заходить. Левая привыкла, теперь правая. Какая холодная! Надо попробовать рукой. Отлично, 30% тела уже в воде. Осталось еще 70%. Отлично, а теперь лицо. Я не смогу. Иди до конца. Так, на счет. Раз, два, три, бомбочка. Нет, нет, нет. Водичка, огонь. Может, найдем другое место? А чем тебе это не нравится? Нам жарко. Дорогая, мы на пляже. Тут везде жарко. А вот и нет. Ты везде проверил? Нет. Вот и все. Ну, Пуся, ну не дуйся. Ну, Пусь. Ты обижаешь не меня, а нашего будущего ребенка. Как? Я чувствую, что он обижается на тебя. И вот так плачет. Прости меня, я больше так не буду. Ладно, мы больше не обижаемся на тебя. Я, кажется, что-то придумал. Сейчас вам будет прохладнее. Кто молодец? Ты! Что не так? Мне не нравится этот зонтик. Но другого нет. Тогда и этот нам не нужен. Закрой глаза. Закрыла. И что теперь? Сейчас будет магия. Не подсматривай. Та-дам! Зонт исчез, а прохлада осталась. И правда, ты у меня такой молодец. А можно теперь молодцу пойти искупаться? Конечно, иди. Оп! Только меня подожди! Почему море так далеко? Ну, море принести я точно не смогу. Жаль. А может, опять свою магию применишь? Не получается. И что теперь? Нам сгореть на этом солнце? Понеси нас! Но я не смогу. Почему? Это потому что я тяжелая? Мы тяжелые для тебя! Нет, говорят, это вредно поднимать беременных. Да, и я где-то читала про это.
Ну вот, видишь, давай я быстро нырну и вам водички принесу. Хорошо, давай. Ты скоро? Иду, иду. Еще. Ну все, поехали домой. Мы сегодня так устали. Да, классно покупались. Да, отдохнул на год вперед. Домой хочется. Ага, хочется. Ой, как больно! Печет! Горячо! И что теперь делать? Как открыть машину? Может, до вечера подождем? Или до зимы? Шутка! Дай полотенце! Ну что, получается? Нет! А может, водой полить? А, холодное то, что надо. Или нет? А давайте все вместе на счет три. Будет больно. А ты что, испугался? Мальчику страшно? Нет, я за вас переживаю. Я готов, а вы готовы? Мы как и все. Раз. Два. Три. Моя рука! Воды! Воды! Я не чувствую руку! Вернее, наоборот, очень чувствую руку! Ты едешь? Да, я хотел вас повеселить, а вы поверили? Ну что, поехали? Да! Подуйте кто-то на руку! Сейчас включу кондиционер, он тебе подует! Не работает. А сколько нам ехать? Часов 5. Нет!